С Новым годом, дорогие телезрители! 2013-м! Счастья, здоровья вам, удачи, стабильности, мудрости, процветания, внутренней гармонии, семейного счастья. Конечно, есть масса интересных рецептов, которые вам помогут. Например, если это будет спичечный коробок, который вы вытащите и сделаете колодец из спичек. Скатаете хлебный мякиш из черного хлеба, так, чтобы он попал, конечно, в колодец, и загадаете свое желание, особенно если это связано с деньгами, поскольку колодец с хлебом дает возможность финансового процветания. А если вы хотите поменять место работы или сменить место жительства, или просто переехать, вам поможет зеркало. Зеркало должно быть прямоугольным, если вы мужчина, и овальным, если вы женщина. Это зеркало должно быть абсолютно новым. Вы должны поставить зеркало напротив себя, сказать на зеркало свое пожелание, свои желания, свои мечты и чаяния относительно переезда. И это зеркало в эту же ночь разбивают на перекрестке трех дорог и даруют изменения в семейном счастье или, может быть, в переменах места жительства, если вы этого желаете. Ну а если вдруг так случилось, что у вас дома конфликты, ссоры, вам поможет в 2013 году обычная соль. Если по часовой стрелке эту соль прям положить во все углы ровно на 3 дня в новогодние праздники, а потом вымести вместе с новым веником ссор из избы и подмести полностью все, что у вас есть в доме вместе с солью, выбросить, как говорится, за дверь, вы должны будете говорить, что все плохое прошлого года обязательно уйдет вместе с этой солью и подарит вам счастье в 2013 году. Но как же сделать, чтобы была любовь? Яблоко. Яблоко должно быть красным. И вы разрезаете две половинки яблока, вставляете свою фотографию между двумя половинками. На фотографии нужно написать свое желание, что вы хотите встретить любовь, какого человека вы хотите увидеть в своей жизни. И, конечно, чтобы 2013 год принес вам любовь. И затем перевязываете две половинки, в которых находится, между которыми находится ваша фотография, красной шерстяной ниткой. Размер этой нитки должен быть ровно по ваш локоть. И когда связываете, говорите, что вы привязываете любовь в свою жизнь, связываете узами семейного счастья и брака человека, которого, может быть, хотите встретить в 2013 году. Я желаю вам удачи в 2013 году и, конечно, с Новым годом!